Начало лета, начало и масштабной дорожной стройки. Во всех районах города уже начались ремонтные работы. Представители правительства и администрации проехали по основным точкам, проконтролировав ход работы и соответствие графиков. На данный момент подрядные организации ведут работы на 7 участках дорог. На Димитровградском шоссе уже сняли старое покрытие и ставят новые бордюры. Дорогу обещают сдать до 12 июня. Подрядчики выполняют работу компании УТС «Димитровградское шоссе». Сейчас они выполнили фрезерование, выполнили 70% укладку нижних условий. Сейчас идет монтаж бордкамня. Первоначально проектом он не был предусмотрен, поэтому подготовили документацию, дополнительные объемы включили в работу, чтобы сделать улицу полностью. Ремонтные работы в этом году продолжатся и на Президентском мосту. Новый асфальт уложат на левобережном подходе к мостовому переходу и на небольшой части самого моста. Следующая остановка после нового моста – Сельдинское шоссе, а если быть точным – мост в поселке Дачном. После обрушения пешеходной части переправы схему движения на мосту изменили, ввели реверсивное движение. Как вывод – постоянные пробки и недовольство автолюбителей. В администрации прорабатывается несколько вариантов развития событий, в том числе полное закрытие моста и организация объездного пути. Также ремонт начали на улицах Карла Маркса, Рябикова, Врача Михайлова и Ефремова. Дорожники фрезеруют изношенное асфальтовое полотно и бордюры. На улице Промышленной привели в порядок ливневку. Компания «Воддорстрой» Республика Чувашия выполняет ремонт проспекта Гая на участке от улицы Локомотивная, от АЗС «Роснефть моторный завод» до улицы Варейкиса. И улицу Хрустальную также от проспекта Гая до улицы Варейкиса. И следующий участок у них здесь, улица Локомотивная, завершает участок от Индинской с ремонтом трамвайных переездов до проспекта Гая, также с ремонтом трамвайного переезда. Общий объем дорожного фонда в этом году составил около 10 миллиардов рублей. Это та сумма, которая направится на обслуживание, ремонт и содержание дорожной сети региона. Около 5 миллиардов рублей пойдут на федеральные дороги, 3 миллиарда на областные и 2 миллиарда на местные. В целом в 2018 году на территории региона все объекты дорожного хозяйства, это федеральные, региональные, муниципальные, готовы к ремонту. У нас остается несколько муниципальных образований, такие как город Димитровград, которые на сегодняшний день еще не приступили к основному ремонту. До 10 сентября все асфальтобетонные работы должны быть полностью завершены. Работы по благоустройству дорог, установке барьерного ограждения и освещению пешеходных переходов должны быть закончены к 1 октября. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.